Компания «Солинг», арендатор летнего театра, не оставляет попыток застроить территорию объекта культурного наследия. Дело о статусе театра рассматривает 5-й апелляционный административный суд. Как выяснилось, основная территория вуза по адресу Канатная, 112, разделена на несколько земельных участков. Самые крупные определены для историко-культурного назначения и строительства и обслуживания учреждений образования. Речь идет об участках непосредственно под учебными корпусами с небольшим сквером перед фасадом главного корпуса вуза вдоль улицы Канатной. А еще два пойдут под строительство зданий временного проживания и под строительство жилых домов со встроенными помещениями и паркингом. Земельная комиссия в итоге согласовала данный вопрос, но с условием о предоставлении руководством вуза еще и согласование от Министерства образования и науки. Однако у вуза уже есть инвестиционное соглашение на это с застройщиком. Пищевая академия передаст под застройку два своих земельных участка. Один из них инвестор занимает жилой высоткой. В обмен на это строит общежитие для вуза.